Будний школьный день в 10-й школе стал для ребят немного необычным. После основных занятий средние классы собрались на следующий урок, на котором офицеры Саровской дивизии Росгвардии рассказали о памятной дате – Дне неизвестного солдата. На уроках мужества школьники узнали об истории этой даты, а также о современных событиях. День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. Этот день очень важен, потому что мы гордимся и помним тех, кто защищал нашу Родину, чем они как бы сделали наш мир чистым. Они нам очень сильно помогали, они боролись за нас и не предавали Родину. Этот день очень важен для нас всех. В другом классе у ребят прошел урок памяти, который провели советник директора по воспитанию Юлия Никольская, активисты школы и члены юнармейского отряда. Школьники разделились на команды и в игровой форме узнавали факты о Великой Отечественной войне. Ученики 7 класса разгадывали ребусы, кроссворды, отвечали на вопросы. Наша задача заключалась в том, чтобы, если вдруг кто-то не так углубленно знает, чтобы они получили новые знания о данном дне, и те, кто знает историю прям очень хорошо, они вспомнили, какой труд принесли наши военные в те времена ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой, и мы жили спокойно и счастливо. Я узнала новое то, что много женщин были на войне и участвовали в военных операциях. Они много сделали для нас, чтобы... Они отдали свою жизнь для того, чтобы у нас было светлое небо над головой, чтобы мир был лучше. После мероприятий активисты и юнармейцы 10-й школы пошли пешком до Вечного огня. Там они возложили цветы неизвестному солдату в рамках акции «Огни памяти». Также некоторые ребята поучаствовали в акции от российского движения школьников и написали историю неизвестного солдата. Слова «Никто не забыт», «Ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.